свою работу определяет. Ну, они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство — это да, штука жесткая там. Такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры голодать там, сражаться. Когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, какой такой силе Матиас подсосался. Да и гори оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто ее знает, может, мы уже реально в аду. Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Задерживайся там. Я хочу доиграть. Да, да. А если
эти снегцы подожгут это дерьмо! Черт, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Эй, смотри, осторожно там. Расслабься, все равно проиграл. Алиша, милая, не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рута. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Особого случая. Возможно, свадебный. Хм, на вид ему не дашь больше пары лет. Совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы...
преклоняемся пред тобой. Голосом мы славим тебя. Сердцем мы почитаем тебя. Огнем мы себя с тобой. Ты наше солнце, ты наш свет. Ты обещаешь нам рассвет. Твоих детей ты не забудь. Явись и укажи нам путь. Теперь ваше место среди нас, брат. О, Господи! Помоги! Веерах 19 века часто записывали стихи или памятки о важных событиях. Перебор. Перестраховываются с тех пор, как сбежал старикан. Эти новые сплошной геморрой. Отправить бы их к Они. Ну, и что теперь будет? Императрица. Она наконец уведет. Нужна помощь! Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание!
Внимание! Вместе! Бесполезно, Рейн. Готовы? Прыжок! Проклятье! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе Солнца. Императрице Солнца, владычице Яматая. Да ты шутишь. Считаешь, это Яматай? Да, похоже, это правда. Здесь все едва держится. Пол уже тяжело ходит. Не думай об этом, Лар. Просто вытащи нас. Отлично.
Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство – антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой! Я хочу, девочка! И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас! Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее! Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Дядя! Беги! Тронный зал! Лара! Лара! Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! Thank you.
Найдите избранную, а это моя! Спрячешься? Я тебя сейчас по земле раскатаю!